Сегодня в селе Лощиновка Измаильского района попрощались с 9-летней Ангелиной Моисеенко. Девочку изнасиловали и убили на пустыре рядом с ее домом в субботу. Правоохранители задержали предполагаемого убийцу. В понедельник суд избрал ему меру пресечения. Содержание под стражей на 2 месяца. Тем временем ситуация в селе продолжает оставаться напряженной. Жители села снова вышли на митинг, чтобы выразить недовольство проживающим в селе цыганам. Их, напомню, сельсовет решил переселить в другое место. За правопорядком все эти дни в Лощиновке следят полицейские и батальон «Шторм».